говорит и показывает. Винница, центральная Украина. Легкая атлетика. Кубок Винницкой области, манеж. Колос, улица Арабея, 3. И Орешка всех приветствует. Третий выпуск из наших соревнований онлайн. 1500 метров девчата бегут, девочки. 7,5 кругов получается. Взрослых Лена Лавренюк, а то это проверка пистолета, но надо предупреждать. Мы же все подпрыгнули тут с девчатами также. Петр Яковлевич Серафинюк. Рядом. Со мной также помогает. Благодарю. Елена Лавренюк. Так, да, это уже опытная спортсменка. Ну и молодежь также, девчата подтягиваются. Это очень приятно. Итак, с учетом бегового круга у нас 200 метров. Так, мы считаем 1,5 метра. Полторашка. У нас получается старт здесь. И если все готовы. 4 участницы у нас. Винница, так. Электроника, так? Ну и сегодня, да, это очень важно также для всех. Это фотофиниш, электроника, у нас старт, финиш. Вот проверка была пистолета. Таким образом все должно работать. Можно давать старт, внимание. И дан старт. Полторашка, полторашка. Желаем успеха девчатам. Елена Лавренюк сразу лидерство. Молодежь так за Леной сразу устремились со старта. Алина, спокойнее, сбрасывай темп, сбрасывай темп, хорошо. Юля... Елена Лавренюк лидирует. Алина, прими ты без меня. Прими ты. Преодолели первый круг. Первый круг. На втором месте. Вторая бежит. Девочки, 41 номер. Перемещаемся в район финиша постепенно. Елена Лавренюк, лидер забега. Финального забега, я так понимаю, будет один забег. Тут единственное неудобно ограниченная видимость, тут сектор для толкания ядра получается у нас. Ну и мы, конечно, внимание больше лидерам забега. Ну и про девчат мы, конечно, всех участниц не забываем. Орешка с вами. Кто еще не подписан, подписывайтесь. Сегодня первый день соревнований, завтра второй. Ну и мы будем следить не только за легкой атлетикой, а все виды спорта охватывает Орешек. Пожалуйста, приглашайте на трансляции. Я готов. Елена Лавренюк. И так уже догоняет девочек на круг. Елена, участница многих соревнований, конечно, досвидченная спортсменка, опытная. Тренируется в районе Вишенки. Вот Вишенка, я знаю Елену лично. Очень ответственно подходит к соревнованиям. Очень серьезная девушка. Лидер финального забега Елена Лавренюк. Остание кола. Красивый бег, красивая техника. И финиш. Елена, девочкам еще два круга. И Елена Лавренюк, финиш. 1500 метров.
работа судейской коллегии, все четко. Ага, есть время. Здесь позиция хорошая, но здесь есть ограничения. Останный клуб. И мы вручаем кубок, переможете кубку в области сфигу на 1500. Ну и награждение тут сразу вот так получается. Елена Лавренюк, кубок и Винницы. Ну еще девчата бегут, да, награждение уже проходит. И финиш. И Елена Лавренюк уже с кубком у нас. Благодарим девочек. Кубок Винницы. Человеки готовятся. Два забега. Мужчины ждем и посмотрим с удовольствием. 4:46 Елена Лавренюк. Победительница наших соревнований Елена Лавренюк. Так бежалась легко, да, Лен? Все просто, да? Какая ты умничка. Поздравляем. Давай посмотрим. Ой, красота, золото. Благодарим. Всего тебе хорошего. До свидания. Молодец. Елена Лавренюк с нами. И Кристина Коломиец, конечно, подруга, конечно, вот, молодцы девчата, здорово принимают поздравления. Хороших стартов, девчонки, пока. Поздравления Кристи, конечно, красавица, занимаются, пожалуйста. Кто желает, секция работает легкой атлетики Винницы, что от вас необходимо, желание в первую очередь, ну и спортивная форма, пожалуйста. И готовится старт у нас. Первый забег 1500 метров. И дан старт. Вот тут уже состав забега моцный. Тяжело даже посчитать так сразу же, да, ребят? Ну и интересно, как пройдет этот первый забег. Ну, вага, конечно, лидером нашу червь. Ну, так пока дружно, ребята, не растягивается пелетон забега. И мы внимательно следим. Так. Артем Задорожнюк, лидер первого забега. Потихоньку на район финиша выходим. Переходим постепенно на линию финиша. Четыре круга остается. На финишной прямой мы. Три круга остается, ребятам. Три. Также участник забега. А тут отличная позиция. Видно всех ребят. Так дружно ребята держатся. Два кола. И судейская коллегия работает. Ребятам круг остается.
Мираж проходит, ну и борьба завязывается. Там круговой паренек еще, возможно. Ох, тут его слегонца подтолкнули. Финиш, ну ждем финиш. Да, Андрюха. Тихонько. Финиш, 20-й номер. Ну и тут борьба третья. 74. Финиш, ребят. Да, тут еще и фотофиниш. Вот тут я, возможно, пересек линию, но надо быть тут внимательным. Так что тоже. Ну и финиширует участник также забега. Молодец. И аплодисменты от тренеров, друзей, товарищей и родных, конечно. Готовится очередной забег и тарашки. Здравствуйте. Давайте посмотрим. Благодарю вас. Хорошего дня. Второй забег. Сильнейший, я так думаю, подозреваю. Готовится старт. Второй забег. Полторашка. И там старт. Ух, пошли ребята. Вперед. Желаем спортивной, честной борьбы. Легкая атлетика. Кубок Винницы. Нельзя отсоединять. Понятно. И из Винницы, ребята, да, все? Винницкая область? Из Винницы. Да. Сильнейший забег. Лидеры есть. Следующие старты на 400 метров у нас. Это будет отдельный видеоблог, так что вам будет интересно. Пять кругов остается, ребятам, пять. Сложная дистанция. Ну и, конечно, в помещении также есть нюансы. Это воздух, свежий воздух. Но с другой стороны, нет ветра. Так тоже плюс. Ну и вот образовалось у нас призеры, так скажем. Сильнейший забег. Три круга остается. Три. Отстали немного, ребята. Держаться. Два круга остается, мы уже на финишных клетках. До финиша продолжается 2 года. Попарите братья Войтюки. Команда Васы. На третьей позиции Вадим Петручный. Братья. Здесь, ребята. Ага, тут уже время есть. Отлично. Пожалуйста, фиксируем результат спортсменов. Останя Кова. Лидер за финишем. Круг остается, круг. Оло. Ну и время смотрим. Время у нас тут удобно, красиво видно. Ребятам круг отстают на метров 100. Так где-то я оцениваю. И финиш. Интересный будет финиш. Вот. 93-й. Василь Войтюк. 101 номер. Таня Кола, 163.
Роман Ватюк. Все меры безопасности принимают судьи. И финиш заключительного участника. Итак, ждем забеги на 400 метров. Этот блок мы заканчиваем. Ждите следующий выпуск прямых репортажей из Винницы. Сегодня и завтра также. Завтра старты начинаются в 9:30. Ну и пожелаем всем хороших выступлений. Орешка с вами. Роман Ватюк. Победитель. Роман, как себя чувствуем? Нормально. Поздравляем вас. Спасибо. Желаем всего хорошего. Будьте здоровы. Роман Ватюк. Ждем 400 метров. Девушки, первый старт. Итак, всем хорошего дня.